должен быть контакт. Обязательно. Без этого никак. В этот раз будет живое, то есть сопровождение? Ну, естественно. В этот раз еще лучше будет. Угу. Мы же идем вперед. А в этот раз будут музыканты прекрасной, шикарной исполнительницы казахской Ирины Аравиной. Вот. Ее музыкант, ее бэнд будет играть. То есть ты представляешь, будут... что будет? Я сегодня, вот я только что пришла с репетиции, честно говоря. Я до сих пор под впечатлением. Я даже не знаю, у меня даже слов нет. Даже самое сложное произведение, вот в течение часа где-то, я подумала, сначала мне дали 1.5 часа на репетицию, думаю, как мало, что я сделаю за эти 1.5 часа. Но когда я с ними столкнулась, когда мы, как бы у нас за этот период появилась музыкальная телепатия тут же. Вот, и я написала репертуар, какие тональности, ну, где-то мы там разобрались, где как что. И там было много... Ну, немного, но пару тем сложных было. И вот они... Я уже не решилась, думаю, ладно. Вчера, кстати, вот был тоже джемсейшн там. Мы пошли вот с моим музыкантом, пошли посмотреть. И оказывается, там кто захочет, мог спеть. Да, и ты вышла. Ну, естественно, как я могу не выйти? Я потом написала на листочке песни, тональности и... передала пианисту. Ну, так посмотрел, хорошо, хорошо. Потом вызвал меня на сцену, но я вышла и стала петь. Просто, честно говоря, мне очень понравилось, как играли музыканты. Я была в восторге. И давно уже вот, я соскучилась по такой музыке, честно. По кайфу, да? По такому кайфу, да. Когда живьем играют, это же здорово. Вообще мы за живой звук. Да.